Мне кажется, такие мероприятия, они сплочают, дают возможность весело провести время на свежем воздухе, встретиться с друзьями, которых не видел долгое-долгое время. Это относится к волонтерам, да, которых сегодня я встретила, которые долгое время не видел. Ну и, в принципе, это отличная возможность просто весело провести время и получить заряд клевых эмоций. Положительно отношусь к этому, это здорово, что молодежь собралась здесь, и не только молодежь, отпраздновать, можно сказать, годовщину Олимпиады, победы в Сочи. Вот эта сплоченность появляется, неважно, это спорт или как, все болеют за наших спортсменов, и это патриотизм. Мероприятие я узнал на портале tmolo.rf, где появилась информация о том, что будет встреча волонтеров, флешмоб. Люди хотят быть волонтерами и помогать другим людям.